Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 11 по цифре 2 на странице 69 учебника математики для 2 класса автора Трофеева. Решим задачу. В пакет Люба положила 3 пучка моркови, по 5 морковок в каждом пучке. Сколько всего морковок положила Люба в пакет? Так, из условия задачи нам известно, что у Любы было 3 пучка моркови, в каждом из них по 5 морковок. Чтобы узнать, сколько всего морковок положил Люба в пакет, нужно по 5 взять 3 раза. Получится 15. 15 морковок положила Люба в пакет. Записываем ответ. Пятнадцать морковок положила Люба в раздельно пакет. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.